ноги и не хлопайте в полную силу. Я думаю, экономить сейчас незачем. Давайте сейчас взорвем аплодисментами зал. Тем более, что через 3,5 минуты мы узнаем полный расклад в нашем конкурсе. И я думаю, сейчас потребуются и калькуляторы, и валидол, и, конечно же, ваши аплодисменты. Мне кажется, что даже температура в зале поднялась на несколько градусов в эти минуты. Итак, музыка и слова Владимира Парамонова «Вены и реки». Анастасия Стоцкая, «Россия». Встреча нас ждет.